Информация об участии казахстанцев в боевых действиях в украинском городе Славянск не обоснована. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь МИДа нашей страны. Ранее западные СМИ распространили информацию о том, что в Славянске среди вооруженных групп присутствуют добровольцы из Казахстана. Мы обратили внимание на распространенную в ряде СМИ информацию о том, что якобы среди ополченцев в Славянске находятся добровольцы из Казахстана. Отмечаем, что в распространенной информации нет конкретных имен людей или документов, удостоверяющих гражданство добровольцев. В связи с этим не представляется возможным проверить данную информацию. Считаем, что данная информация не обоснована. Но, тем не менее, мы совместно с компетентными органами стараемся проверить данную информацию.